знаете, как скажу, игра сегодня так была за чемпионство. Она соответствовала из двух сторон. Интересно для болельщиков. Да, обидно, что мы не удержали счет. Обидно, что не забили. Ну, я так скажу, что есть над чем работать. И сегодня определенный экзамен, такой хороший экзамен на психологическую устойчивость. Ну, ребята старались, хотели. Движемся дальше, как говорится. Ну, конечно. Конечно, здесь бесспорно. Я думаю, что в таких играх давать преимущество одной команде как-то так с каким-то душком, мне так кажется. Ну, а ребята даже в десятером старались, хотели. Но чуть-чуть не хватило везения. У команды практически на протяжении всего года были взлеты и падения. Они, в принципе, я доволен их отношением. Не было только успеха. Соответственно, мы поменяли, играли 4-4-1. Ребята терпели, ну, досадный стандарт, угловой. Пропустили гол. Я скажу, что сегодня игра у Богдана была результативная, но не яркая. Он должен, обязан играть лучше. Помимо забитых мячей, он должен еще выполнять те функции на футбольном поле, которые мы от него требуем. Это и оборона, это и отбор, это и контроль мяча, и передачи. Он может и должен играть лучше.